газета номер один за 2011 год. Чтобы от болезни не страдать, Малахова ПРО надо читать. Вы подпишитесь на газету эту, и в помощь вам бесценные советы. Газета Малахова ПРО. Здоровье, счастье, жизнь. Как всегда, от издателя, содержание номера. Что нам рекомендует Луна в январе? Что в феврале? Раньше я как-то ее выпускал наперед. И поэтому получалось, что такие рекомендации двойного месяца. Вот, даже как себя вести зимой, как сохранять тепло в организме. И ряд других советов, которые очень хорошие были к тому или иному времени года. Когда мы себя смазываем оливковым маслом кожу, мы создаем своеобразную такую пленочку, которая держит тепло. В результате люди, которые мерзнут, плохо переносят холод, гораздо лучше переносят холод и уже не так мерзнут. Уже прекрасно, хорошая такая рекомендация по преодолению сурового времени года. Вот как раз большая статья «Изменение мировосприятия», то есть мои книги по очищению организма и другие, они направлены на то, что человек читает их и невольно у него начинает меняться мировосприятие. С чем это связано? Процесс изменения мировосприятия должен быть естественный, и он должен быть всю жизнь. То есть человек привык вот так жить. А тут оказывается, что болезнь — это вещь, которая наживается своими собственными трудами, в кавычках. И если мы будем трудиться по-другому, то, естественно, будет совсем другое. Кстати, снятся сны. Когда человек начинает серьезно заниматься оздоровлением, правильно работает, то ему снятся сны. Снятся сны, рассказывающие, показывающие, что на правильном пути, подсказывают. Потому что, если взять святых, которые имеются, христианские святые, они же не живут здесь. Они уже умерли давным-давно. Вот. Но мы к ним обращаемся и получаем помощь. То есть существует мир невидимый, мир тонкий, который может нам помогать. И если мы к нему обращаемся, что-то делаем правильно или неправильно, то он может нам подсказывать. Главное — не отворачиваться от него, не говорить, что сон — это ерунда. Вот древние говорили, неразгаданный сон — это все равно, что нераспечатанное и непрочтенное письмо. Дальше у нас идут, что ответы, разъяснения для читателей, лечение нейродермита, вопрос, ответ, опыт лечения болезни Бехтерева, вплоть до того, что у меня имеется пример, как человек с этим заболеванием более-менее успешно борется, и его преодолевает. Ну, то есть совсем по-другому чувствует себя, нежели он там лежал бы только вот прикованный к этой кровати, получал там лекарства. То болезнь, как правило, только прогрессирует. Теперь вот как раз о здоровье позвоночного столба. Что происходит? Вот здесь как раз, вот видите, грыжа, позвонки там ушли, здесь защемление. Как их восстановить? Вот особенно грыжа, видите, как смещение. Раз. А раз оно произошло, это смещение, то здесь передавливается нерв, начинается острая боль нервная, которая спазмирует мышцы, все это вот так вот сжалось, человека скрючило, и все это неприятность
у некоторых заканчивается даже инвалидностью. Как с помощью упражнений все это преодолеть? Болезни и их лечение. Значит, как с артроз, полечим дегтем. Вот он, самолечебник. А вот все, что в нем имеется. То есть это одна из таких уникальных книг, которые вот отлично работают. И я рекомендую, конечно, ее найти, приобрести, никому не давать. Дальше идет продолжение из книги «Записки голодающего», о том, как я рассказываю о своем 40-дневном голодании, что и как со мной происходило во время этого 40-дневного голодания, какие мысли посещали, что там выходило, рассуждения, потому что во время голодания ты особо ни о чем не думаешь мирском, а посещают совершенно иные мысли. То есть вот она такая вот книжечка большая, хорошая, добротная. Знаете, я ею очень-очень доволен и даже сам прибегаю к тому, чтобы как справочному руководству, чтобы воспользоваться ей, что-то посмотреть, что-то применить. Такая многоплановая, значит, вот. Это моя обложечка, я сделал беленькую, без всякой мазни, потому что современные все эти издатели так и норовят что-то внести свое, такое вот какое-то серо-буро-малиновое. Ну вот, газета номер один за 2011 год подошла к концу. Вы можете воспользоваться ее содержимым для того, чтобы профилактически свое здоровье укреплять, а в тех или иных случаях даже заниматься помощью во время лечения.